Новое видео выходит каждый день в 20:00. Всем здорово, паточки, с вами снова я, Влад Гантели, и знаете, сегодня у нас будет вот такой вот видеоролик, не потому что мне нечего заснять, у меня просто вот нету идеи, я абсолютная бездарность, то есть тупой еблан, умеющий только наебывать своих же, знаете ли, коллег, пусть и маленьких, но все равно коллег по цеху на вот какие-то жалкие 600 рублей, при этом просто их не возвращая, когда конфликт можно спокойно замять, ну, неважно, ребят, то есть я думаю, что это абсолютно не важно. Так вот, сегодня у нас будет очень интересный ролик, то есть о данной штуке вот в GTA San Andreas мультиплеер не знал никто. Вот вы знаете, что есть вот разные пасхалки, вот там, начиная от GTA 1, заканчивая GTA 89, хуёв в жопе моей мамки. И вот, знаете, вот, так как я украинец, слава Украине, то вот я буду опять-таки делать вот всякую хуйню, а вы будете это, соответственно, смотреть, потому что вы кто? Потому что вы ебаные хомяки. Слава Украине, опять же, хочу вам напомнить. Однако, вот, знаете, мне вот подписчик мой подсказал, абсолютно рандомный подписчик, я вообще его не знаю, откуда он появился, непонятно, то есть, вот, абсолютно рандомный чел, вот я вам покажу этот баг, главное, чтобы вы ее никому не рассказывали, эту вот пасхалку, этот вот баг, о котором не знает абсолютно никто, то есть, понимаете, я вот единственный, кто сделал ролик об этом, похуй то, что там GTA сам журнал, и большинство из них писало об этом, когда сам Функс, блядь, еще только зарождался, всем вообще поебать, да, то есть, вообще похуй, ну ладно, что уж я тут распинаюсь, я же в самом деле Влад Гантели, у меня же в роликах никогда вода-то не льется, у меня все всегда по делу, поэтому давайте, ребят, сейчас я вам покажу вот эту самую пасхалку на вот GTA Samp, то есть на GTA вот самповском сервере, абсолютно любом, я играю на неважно каком сервере, я думаю, что вы найдете его IP в описании, вот, и поэтому давайте вот я вам сейчас покажу вообще, как это все можно реализовать, то есть, ну, чтобы вы реально понимали, вот, как это все делается, потому что я так подозреваю, что многие люди, они вот просто не понимают то, как делаются бабки, ой, как делается контент, ой, как находятся пасхалки вот в GTA San Andreas. Так, смотрите, вот, мы приехали вот сюда, в деревню Культепсилон, в общем, останавливаемся тут, примерно где-то вот тут вот весь сам ютуберский сквад, вот именно вот змеиное логово Брюлева пялило мою мамку, но это, я думаю, что это не особо важно. Вот, итак, ребят, сейчас я вам покажу, вот, как вообще делается вот вся эта пасхалка, смотрите. Нам нужно нажать Escape, вот, и то есть, смотрите, нужно, то есть, сжать Escape, и вот, опять же, вот так вот делать, и вот, где-то на раз 228, возможно, даже на 1337, возможно, даже на 1488 раз у нас это получится, давайте это проделаем, вот, так, не получается, так, вот, смотрите, ебать, что это, ё-моё, ну-ка, подожди, что это так, блядь, не... Нет, отстаньте от меня, нет, только не это, пожалуйста, я не буду возвращать 600 рублей, нет, только не это, блядь, только не это, нет, ни в коем случае, блядь, вообще что делать, нет, пожалуйста, пацочки, спасите, пожалуйста, нет, с вами был Влад Гантели.